Смотри, какая хорошая. Тихо. Я взял? Есть. О! О, вот это уже щука. Как щука. Всем привет! Сегодня 17 декабря. Выбрались с отцом на рыбалочку. Взяли жерлицы, живца. Сейчас будем ставить. Сегодня плюсовая погода должна быть. Практически не будет ветра. Лед хороший. О, лед вообще отличный. Сантиметров 20 как минимум. Ну, если меня удерживает. Вон какой. Да, тебя по. Да тебя любой лед выдержит. Я уже тут ловил на этом ерике. Вот сейчас чуть дальше пройдем, будем удочки расставлять. Тихо, спокойно. Благодать. Все, батя бурит, я буду сразу ставить жерлицы. Так. Сейчас в ускоренном темпе быстренько расставимся. Как раз утро, может быть, что-нибудь сразу поймаем. У него обычно с утра активный клев. Вот он, живчик. Карасики. Здесь все стандартно, как обычно. Ничего сверхъестественного, как говорится. Блин. Да, здесь не особо глубоко, конечно. И надо будет делать ограничения. По-любому ограничения. А то затащит щука за камыш. Обычную петельку вот так вот беру. И вот. Все. Отлично. Оставлю здесь камеру. Это самая первая жерлица. Может быть, сработка будет. Опа, что это было? Вы это видите? Пойму, это сам живец или щука? Есть. По-моему, сидит.
Ну, ё-моё, ну сразу куда-то заводит, а? Блин, я же поставил ограничение, все равно завела. Не, щуки нету. Там, в общем, буриться надо. Сейчас батя придет с буром, пробурится, а я пока начну дальше ставить. Продолжу, точнее. Да, хорошо, сразу сработка. И сразу зацеп. Здесь вот чакан. Щука, она сразу заводит. Надо в любом случае делать ограничение. Вот так вот. Укорачивать. Все, отлично. Пап, там сработка на первой. Да. Да, и это, щука завела. Ты там пробурись рядом. Там прям это, за камыш зацепилась. Не, а, вон, прикольно. Там вот заснимешь. Фу, блин, засверлишься. Заснишь, говорю. Только не оторви ее. Прям при мне, прикинь, потащила. Жух. И тут же завела. С какой стороны? Справа, слева будет. Ты увидишь, что прям вот туда прямо. Туда прямо. Угу. А я дальше пройду, продолжу. Аккуратненько там отцепи, только нет, не оторви. Я не знаю, по-моему, сбился счет, но, по-моему, 11 штук. 10, 11, какая разница? Топорик не нужен тебе? Нет. Ну ладно. Короче, я продолжу. Потом включусь. Че я буду каждую лунку снимать? Каждую жерлицу. По-моему, сработка. Флажок, он лежит. Надо идти смотреть. Потому что сейчас оставить. Опять заведет куда-нибудь. Вроде даже ограничение поставил, все равно. У меня батя, походу, туда стал. Разбурился. Все нормально. Какая по счету? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вон уж куда. Леска натянута. Есть. Блин, опять что такое, а? Вот щучка первая. С почином, так сказать. О, не так уж и глубоко. Опять, блин, она не выживет, если ее отпустить. Да, в принципе, она и размерная, что я.
преимущество двойных крючков. Вот так вот отцепил, вытащил, и все готово. Что-то тут она у меня разодрала немножко. Все отлично. Живец пойдет. Первая рыбка есть. Все, крайняя жерлица. Правда, на ней нет ни поводка, ни фиксатора под флажок, ни грузила. Никогда так много не ставил, 10 штук. А тут с отцом, как бы, ну, можно ставить. По правилам разрешено у нас 5 крючков на человека. Все фиксирую тут. Немножко подмотаю. Хотя, в принципе, и не надо, наверное, подматывать. Пусть вот так будет. Газует, вот, кидай со стороны в сторону. Едет, дрифтует. Ставил кое-как. 10-е. Вот у меня расставлены все жерлицы. Ждем поклевок. Первая щука есть. Отлично. Пойду к бате. Че он там? Только что прям при мне сработка была. Сидит. Ах ты, сошла. Блин. Вы видели это? Не проглотила она нормально. Выплюнула живца. Прикольно. Щука есть. Ну, в общем, сейчас будем выжидать. Каждые полчаса можешь ходить смотреть, что там с жерлицами нашими. Сейчас стоят, в принципе, клев есть. Начало заложено. Вот. Ну, ждем поклевки. А пока мы ждем поклевки, вы поставьте лайки. Глубокий ерик. Прикольно. Ух ты! Вау! Вот это да! Испугался даже. Фазан. Удочки стоят. Прогуляюсь пока, посмотрю, что тут интересного. Это уже ерик какой-то. Камеру включил на всякий случай. Ух ты, нора. Может, тут лиса живет? А может, и не лиса.
такой себе. Объедки какие-то. Очуметь. И тут. Тут все в норах. Вижу сработку. Идем проверять. Батя мешок. Полный. Да. Ну пока что-то одна сработка. Прошло где-то минут 40. Пока щука не особо активна. Может, погода. Все может быть. Ну что тут? О, щука хорошая. Смотри, какая хорошая. Тихо. Ай-яй-яй. Осторожная. О! Вот это уже. Отличная щука. А вот я зажим, пап, не взял, в машине оставил. Вот это я правильно сделал или нет? Молодец. Это я молодец. Отлично. Что, надо пройтись посмотреть, может там что-нибудь еще сработало. Ну, все равно пойду, пройдусь. Ну, бывает, пап, щука сидит, а флажок не сработал. Надо все равно так смотреть. Периодически. Хочу взвесить. Так. Ой. Да ё-моё, что ж такое? Девятьсот сорок грамм. Ну, я так и подумал, кило 600. 600. Решил воду поменять у живца, чтобы поактивнее был. Так вот. Сработка. Сидит. О. Щучка. Опять за жабры, конечно. Возьму пока. Ну, пока возьму, посмотрю, что дальше будет у нас. По клёву. Здесь тоже сработка. Леска натянута. Опять за камыш. Ничего ж такое, бурится что ли?
Щука сидит. Эй, ты вот так ты делай. Вот сюда. Попробуй вот. Все равно, да? Порвал. Ага. Ножами порвал. Да. Вот он. Вон этот червяк. А буду щуку съесть. Может попробовать достать как-то? Я дотронулся до нее. О, замочил майку. Ну, конечно. Холодно, пипец. Вот она, блин, тут есть здесь. Не достаю. А у нас никаких крючков нету, да? Балансир, сука. О! Одевайся. Им сейчас подгонять и расцеплять им. Вот так вот снимай. Чтобы щеку было видно. Получается, она вот за камыш зацепилась. Да, сейчас будет просто зацепить. Да, ее надо... И палкой камыш сломаем. Да ё-моё. Маленькие пошли крючочки. Ну, понятно. О, опа, есть. Так, вот теперь слушай. Как ты этот, держи, что ли, телефон, куда его? Подожди, может я попробую щуку взять? Возьми одну руку, так держи. Так, держу. О, 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 о. Этот, палкой попробуй. Ага, может сорвать. Вдруг она сойдет. Да. Попробуй, дернуть польская. Да. Ты балансир оторвал? Да, балансир оторвал. Хотел. Оба, взял, хорошо взял. Теперь. Да. Держишь? Давай, держу я ее. Главное, чтобы сейчас она не сошла. А я вот не пойму, за что я взял-то. Ты за рот взял ее. Ты ее взял? Есть.
Одевайся, вся рука мокрая. Одевайся, давай. Пипец. Идет видео? Ну там секунду идут, значит идет видео. Нет, не идут. Да вот наверху, что, не видишь? А. Это может тебе свитер дать? Зачем? Тебе будет. Не, у меня два свитера. Там еще есть. Не, вместо майки я могу дать свитер. Да. Футболка вся мокрая. Что не сделаешь ради щеки. Че, пап, сюда же будем ставить жерлицу? Утонет. Новую дырку сейчас сверлить. Вот и щуку забагрил. Сейчас скажут браконьер. Что? Щуку забагрил балансиром, скажут браконьер. Вытащили вон какую, сделали. Не, щука отличная. Тоже, наверное, где-то полторашка. У нас сразу две сработки под рядом. Вот. Вот только что. Прям при нас работка. Пусть пока она сидит, поглубже заглотит. Не понял, там тоже что ли? Я ж только что ее там поставил, пап. Я даже думал, ты не поставил. Поставил? Я думал, нет. Поставил, пап. Вот здесь такая себе. Не крупная. Ты, блин, в пищеводе. Чё? А? Нету? Я не знаю, выживет она, нет. А что, флажок так вылетел? Да вроде бы жабры целые. Пап, ну я ее отпущу. Не знаю, что-то она как-то... О, пошла. Давай, давай, давай. Давай, шуруй отсюда. Блин. Может, очухается? Так, и дошла очередь до этой. Блин, вот она. Не крупная. Выплюнул, короче. Вот здесь видишь, места хорошие. И этот куляет. Выплюнула. Ладно, сейчас посмотрим. Может, будем переставляться потихонечку. Он туда дальше, может. Вот сюда можно поставить одну. Вон продолблено. А ты уже там просверлил? Вон туда вот хорошо. А. Ну, давай. Это отличное место. Давай сейчас посмотрим. Считай, раз, два, три, можешь сюда переставить. Время уже к обеду. Где-то, наверное, второй час. Сейчас хотим оставить удочки, пойти покушать. Наверное, уже к вечеру сюда вернемся, посмотрим. Может, что и попадется. Сегодня у нас такой день. Ходим, проверяем, ловим. Периодически, правда, их надо это дергать. Чтобы не застаивались они. Че, знаю. Да куда ему закинь, пап? Что с собой тащить? Вон туда. Заверни только так, это. Ага. Сейчас пойдем покушаем.
И уже глядишь, может, что попадется. Да он туда куда-нибудь в камыш закинь. Ну все. Мы пошли обедать. Уже свечерело. Время где-то сейчас 5:30. Сейчас посмотрим. Солнце, в принципе, уже все. Уже садится. Идем проверять удочки. Вон вижу уже сработка, ага, на крайне. Первая. Да, получается, она как бы крайне. Сейчас как раз вечер, на вечер проверим. И на ночь оставим их. Леска натянута. Ничего нету. 5 часов. 5 часов? Ну, сработка была. Вот сработка, где отец стоит. Напротив сработка. Потом вон еще. Походу, вон еще 4-я сработала. Нифига себе. Вот это да. Сработка, ладно, где мешок оставил? А ты что, это? Забыл? Забыл, что ли, пап? Где-то. Ну, против того последнего. Разве? Так, леска натянута. Сидит, походу. Что-то есть. Опа. Ой, как скользко. Живец, наверное, хана. Надо живца нового будет потом поставить. Какие вода пришла? Я захлестнул. Да ты че? Ого. Может, ты провалился? Нет. Его нифига себе, смотри его. Ты, наверное, провалился там где-то? Да нет, слушай. О, есть рыбка. Слушай, а ты заметил, у него бутылка с крючками? Не знаю, пап. Это можно просто блокировать тоже, если. Можно, блин, на ночь, да? Да, что там будет? Такая щучка. А может, с икрой даже? С икрой, да? По-моему, даже живец живой. Карасик. Здесь вообще перевернуто. И там тоже сработка, смотри, тоже выскочил. Офигеть, вот это да, жор какой-то. Короче, после обеденный бешеный клев. Ух ты! Оторвало. Вот здесь монстр сидел. Володя. Оторвало. Ты прикинь, какой здесь монстр сидел. Она ее перевернула, она оторвала ее. Вот это ничего себе. Жалко. Ладно. Блин, а поводков-то нет с собой. Сидит. Есть рыба. О! Хорошая. Вот это уже более-менее нормальная щука. Отличная. А. Классная. Блин. Открой свою пасть. Покажи, где крючок. Свирепая какая. Подмораживает уже. Хорошо. Да, здесь уже нету рыбы.
мы, наверное, туда дальше будем ставить. Переставлять выше. Ближе к нашему лагерю, так сказать. Здесь как с утра стоит. Тишина. Переставим их. Все, 10-я жерлица, крайняя сработка. Сработка есть, но что-то ничего нету. Ничего нету, сработка была. Ничего нету. Вот это сейчас крайний снимем. Переставим. Уже чтоб сюда не возвращаться тогда. Мы туда поставим. Ну просто смотрю. Да. Ну, поставим, все сейчас сработали. Все сработали. Ну все тогда, сейчас туда переставимся. Смысл, да. Уже темнеет потихоньку. Выставляемся. На ночь. Водопред. Тут борюсь. Какой лед толстый. Туда вниз. Отлично. Вот у нас сегодняшний улов. За целый день. Сколько там, пап? Штук 7? Так, сейчас скажу тебе. 4 было. И после этого сколько взяли? 4-3? Когда? После обеда. После обеда? Да. 3, по-моему. У нас 7. Просто было 4. Никогда, 7. Все, сейчас оставляем жерлицы на ночь. Придем утром. Проверять их. Нет, такую банку. Жерца поменяли. Переставили немножечко. Отлично. Кстати, шакалы, ты сказал, что шакалы воют. А? Шакалы воют, надо было сказать. Ну, воют, они всегда воют. Когда стемнеет. Это привычно уже. Здорово, мужик. Все, увидимся завтра. Офигеть, тут рыбы.
Всем доброе утро. Уже 18 декабря. Утром вышел, а на улице красотища. Все белым-бело. Ночью туман был. Под утро он осел. Из-за этого образовался иней. Хоть какие-то новые краски у нас в Астрахани. Мы сейчас позавтракаем и отправимся проверять наши жерлицы. Сегодня мы остановились у одного фермера. Это друг отца моего, давний знакомый. У него переночевали. Хороший человек. Приютил нас, накормил. Вот. Мы сейчас позавтракаем и отправимся на рыбалку. Пока. Насладитесь этой красотой. Уже реально выглядит как зима. Белые кроны деревьев, иней. Сколько я здесь? Целый косяк. Офигеть. Сколько? Нифига себе. Вот это да. Офигеть, сколько уклеи. А тут лед уже плохой, кстати говоря. Промоины вон вижу. Какое классное тут место. Беседочка прямо на берегу. И здесь как мини-причал. Сиди, кайфуй. Класс. Да, утро сегодня доброе, красивое. Никак не налюбуюсь.
Какое офигенное утро. Свежо и тепло. Красиво. Солнышко светит. Идем удочки проверять. Кайф. Люблю такую рыбалку. Вода как прет, выдавливает из-под берегов. Сверху подмерзла. А, получается, подо льдом вот этим вода. Хорошо вода идет. Блин, как некрасиво. Назад оборачиваюсь, никак не налюбуюсь. Зимние краски. Вон отец идет со своим другом. Впереди. Нам еще где-то, наверное, с километр. Вот так вот. По льду идти. Потихонечку подходим. Уже вижу, сработка есть. И походу не одна, что ли. Ну, видать, сработка есть. Это уже хорошо. Жерлица замерзла все. Они есть, 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 есть. Ой, жерлица замерзла, поэтому флажок не сработал. Первая щучка с ночи. Ну да, крючок в пищеводе. Как всегда. Отлично. Первая щучка есть. О, вот это уже щука. Как щука. Отличная. Ай. Хорошая щучка. Приятная. Это уже щучка, более-менее, такая около 2 кило. Сработка прям при отце. Стоит чай пьет с термоса и сработка. Не занесли его, холодный, ледяной. Ледяной? Леска натянута.
Опа, есть. Есть, да? Ай, сошла, блин. Ушел, да? Угу. Видать, это не заглотило нормально. Ладно. По-любому подойдет назад она сюда. Надо было чуть подождать. Да, да, да. О, а тут щука есть. Вот она. Все замерзло. Слушай, неплохая. Да, нормальная щука. Все замерзло, я думал, холостая. Ага. Крючок прям здесь рядом. Ничего себе. Живец, че? Нового лучше ставить. Слышно, да? Ага. Вроде бы на другом банке вообще. Вообще там она. Слышно, блин, как здесь. Скользко. Фига, с меня 5 градусов будет тепла. Так, если здесь нету, по этой стороне вообще ничего нет. Что-то... О! Оторвало. Оторвало. У меня здесь поводка нет. Вот так вот. В принципе, можно было и не ставить без поводка, блин. Все, надо ее снимать. Да, смысл ее ставить надо? Какую-нибудь проволоку найти, что ли? Натянута леска. Ах ты. Опять сошла, блин. Что ж такое-то? Ну, блин, не везет. Ну, собственно, такой ночной улов. Три щуки. Нормально такой. Да. И вот это тоже немножко икряное. Вот это, скорее всего, самец. Нормально. Открывай, пап, мешок. Перешли щуки наши. Да ладно. Что-то прям хорошо набрали. Ага. О, вчера 7. 10 штук. 10 штук. По-моему, 10 штук.
вокруг нас ходит, хочет нашу рыбу украсть, наших щук. Вот хитрая какая, а? Все мало ей. Смотрите, как вода пришла, лед верхний подняло, у меня жерлиц провалился, вся в воде, пипец, вода прет. Наконец-то сработка, с утра ждем. Первая сработка. А нет, не первая. Не, ну с утра-то, как мы проверили, пап, ну практически первый. Зачем там сработка была? Ну там практически сразу. Ну, леска натянута, но рыбы нет. Вот так вот. Я говорю, наконец-то первая сработка, а рыбы нет. Чуть мелкая, что ли, была? Наверное. Ура! Рыбы нет. Обидно. Ну все, мы собрались. Заканчивается наш рыболовный поход. Мы рыбачили с ночевой. Останавливались у друга отца. Он фермер здесь живет. Жерлицы все собрали. Наловились. Досыта. Находились. За вчерашний день. Я посмотрел по приложению в смартфоне. Я прошел 22 километра. За сегодня пока 12. Находились, набродились. Ой, хорошо. Лед тает. Вода прет. Всю неделю будет плюсовая погода. Следующую. Сейчас придем к месту, покажу весь наш улов за 2 дня. Хорошо, тепло. Да, вот. День вот поднялся. Вчера вообще идеально. Так, нули. Блин. Все. Откинуться. 11 килограмм, короче. Отлично. За 2 дня мы, в принципе, собрались. 11 килограмм за 2 дня поймали щук. Щуки стандартные, от 1 до 1,5 килограмм, 10 штук, 10 щук, живец карась. Карась, в принципе, отличный живец, я думаю, красноперка хорошая, ну, активная. Карась тоже активный, тоже плавает, не стоит на месте, живучий самое главное. После поимки, после щуки, он, еще можно его поставить, он нормально вполне. В общем, мы ночевой рыбачили сегодня, вчера рыбачили, на ночь оставляли и сегодня до обеда. Вот 11 килограмм щук, в принципе, неплохо вдвоем с отцом. Но мы поехали домой, домой еще добираться, как всегда, далеко. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, все, до новых встреч, давайте, пока. По земле тяжеловато с рыбой идти. Ух ты, сколько воды. Ай-яй. Надо будет мне это обойти.
буквально вчера лед был, да? А сейчас уже, лужи, уже вода. А все, смотри, сейчас туман. А туман моментом разбирает лед. А если как говорят, дождь пойдет, то уже не перейдет. Ну да, может, прососы какие-то будут.